Добрый день, сегодня хочу показать, как на тюнере Golden Interstart настроить каналы, найти их. Необходимо, например, на примере возьмем спутника AMOS. Это можно сделать в ручном виде, например, зайти в пункт меню установки. Здесь у нас есть ручной поиск, пункт, вот у нас AMOS. Видите, сигнала нет, поэтому нам надо перейти и установить, выставить DSEC для начала. Значит, заходим в настройка спутника. Так, вот мы на спутнике AMOS. Переходим на то, чтобы выставить DSEC. Вот, если у нас меньше, чем 4 конвектора, то работаем по протоколу 1.0. Если больше 4, по протоколу 1.1. Вот у нас сигнал появился. Теперь заходим в пункт ручной поиск. Ручной поиск. И здесь нам необходимо просканировать наши транспордеры. Можно просканировать вот режим один транспордер, можно несколько. То есть, ну, давайте по одному просканируем, нажимаем зеленую кнопочку. Вот появились каналы. Сохраняем, и они прописываются внизу. Вот появился экспорт. Тест это. СТБ сейчас работает там. ICTV. Они закодированы. Вот мы получили каналы в ручном. С помощью ручного поиска. Теперь мы можем также с ТАМа, если у нас есть список каналов, мы можем обновить их с помощью списка, который у нас есть. Для этого заходим в меню, переходим в пункт настройки, обновление и копирование. Вот здесь у нас обновление. Вот переходим на флешку, выбираем необходимый файл. Если у нас есть каналы, вот файл, и нажимаем обновление каналов. Пусть не обновление, как правило, нам тоже необходимо будет выставить DSEC. Чем под скальпелем какого-нибудь живодера. Все, давай. Настройка спутника. Выставляем вот DSEC. Здесь у нас второй. Вот. И также выставляем по всем рабочим спутникам необходимые нам DSEC. На этом настройка каналов можно считать законченной. Все, всем удачи!